В Жамбылской области завод по производству полуфабричной продукции запустил новую линию. Теперь на Курдайском предприятии моют и обрабатывают шерсть. Новый цех способен обрабатывать до 15 тонн шерсти в сутки. Ее, к слову, будут не только продавать, но и шить из нее одежду. Новый цех работает уже почти два месяца. За это время местные сотрудники успели промыть и обработать почти 300 тонн шерсти. Вся эта продукция предназначена для экспорта в Китай. Впрочем, сырьем партнеры из Поднебесной фабрику обеспечивают сами. Новое оборудование, говорят, здесь позволяет добиться желаемого качества. Сейчас вот где-то около 5 тонн мы выпускаем нормальной шерсти. По сравнению с этими, которые машины, остальные машины, она более производительная и более-менее качественно моет шерсть. Машины эти специально привезли из Турции. Как работать с новыми агрегатами, фабриканты учились у зарубежных мастеров. Теперь о тонкостях профессии рассказывают своим менее опытным коллегам. Все, кто здесь работает, сельские жители. И каждый рад возможности иметь стабильный заработок. До этого ведь все дома сидели, на селе сработают туго. А сейчас делом заняты. И дело это нам нравится. Благодаря непрерывному производству всего за три года местная продукция обрела, можно сказать, международную популярность. И сегодня отечественный товар готовы скупать помимо Китая, Россия, Англия, Турция и Украина. К выходу на экспорт готовят обувь, седла, полушубки. На фабрике, говорят, спрос на них давно растет. Дарья Визовая, Роман Бакинджи, Женя Крашлакова, Жамбылская область.